Здоровье – это не только про физическое самочувствие. Общество здорово, когда его изнутри не раздирают разобщенность, озлобленность, вражда и нравственная деградация. Только тогда можно рассчитывать на хэппи-энд в анамнезе. Чтобы не понадобилось реанимации всего государства, я иду на единый день голосования. Мне не безразлично, как себя чувствует Беларусь, а вам?